Вітаю цябе, школа. Свята ў скверы 40-годдзя перамогі ў Магілёве прымеркавалі да дня ведаў. Удзельнікамі акцыі сталі больш за 300 дзяцей, амаль траціна з іх першакласнікі. На свята завіталі нашы корэспандэнты. На ўваходзе ў сквер 40-годдзя перамогі маленькіх гасцей свята сустракае сапраўдны куток бяспекі. Так малым прапануюць, напрыклад, паўдзельнічаць у віктарыне, затушыць пажар і прайсці дымакамеру. А как правильно нужно тушить пожар? Сначала ты должен направить трубу, а потом нажимать. Покажи нам, как правильно. Сначала мы направляем на огонь, потом уже нажимаем. Мне понравилось в дымокамере. Много дыма, и пожарам очень сложно там работать. Мы с детьми учим, как действовать в случае возникновения пожара в других тех или иных чрезвычайных ситуациях. Показываем, что такое альпинистская подготовка, ставим маленькие задачки теоретические, которые они решают. А также у нас есть контурс, так как дымокамера. То есть дети видят, что такое дым, что в него нельзя заходить без определенных средств. На протягу свята гостям пропоновали каску, головные герои якой опынулись у школьных коридорах. Наша акция, она приурочена к этому празднику, а посему считаю, что на лицах детей сегодня будет улыбки, радость. И 1 сентября они с этим же чувством, хорошим, добрым и светлым, пойдут в школу. Напроконцы мероприемства организаторы свята уручили подарунки детям, якія 1 вересня идут у 1 класс. Катерина Балукова, Александр Артемьев, Новини регион.